что профессор расскажу? Знаете, он мне здорово нравится. Если девчонка вам так понравилась, так оставьте ее себе. Ну, если как женщина, она по всем статьям хороша, красавица, просто как дочка, она просто не покормить себе дороже будет. И порядочные люди, джентльмены, я прошу, не забывайте об отцовских правах. Вы же не думаете, что я просто так отдам, или вам ее запросит так, что такое для вас текст? И что такое для меня, Эльвиза? Он следует знать, Дулиттл, что у мистера Хиггинса вполне благородный намек. Я не делал благородный. Вы не благородный, я бы 50 попросил. Вы хотите сказать, что продали бы родную дочь за 50 фунтов? Давайте взглянем на это дело с другой стороны. Да. Кто я такой? Кто такой? Я вас спрашиваю, кто я такой? Нарываетесь сейчас. Я Эльфред Дулит. Знаю. Почти что пожилой, но еще крепкий мусорщик. Да. Да, у меня интересные выразительные черты лица. Оставленный на работе голос. Я человек без жалости и без сострадания. Так. Но я бедняк, а потому недостойный. А что это значит? Думайте, что это значит. А это значит, что ваша буржуазная мораль не для таких, как я. Если я захотел чего-нибудь в этой жизни, то мне постоянно твердят одно и то же. Ты недостойный, тебе нельзя.